Всем привет, уважаемые гости и подписчики моего канала MiGadget Reviews. Итак, сегодня хочу показать вам, что такое Google Ассистент. Значит, включается он свайпом вверх, снизу. Вот. Здравствуйте, MiGadget, я ваш ассистент, и моя задача искать информацию и выполнять просьбы. Вот кое-что из того, что я могу для вас сделать. Угу. Скажи, а ты знаешь, кто такая Siri? Siri моя коллега, виртуальный ассистент от компании Apple. А кто такая Алиса? Вот что об этом говорится в источнике Википедия. Алиса – виртуальный голосовой помощник, созданный компанией Яндекс. А какая завтра будет погода в Москве? Пожалуйста, прогноз погоды в Москве. А дождь завтра будет в Москве? Завтра в Москве дождь не ожидается. Температура 28 градусов, ясно. А почем будет бензин стоить через месяц? Ну, как видим, здесь она не отвечает. Выдает ссылки на какие-то источники. Ну, тоже достаточно интересно. Алиса, спой мне песню. Прошу прощения, но я не совсем понимаю, о чем речь. Ну, песенку спой какую. Очень любят люди слушать мои песни. Видно на эстраде. Настоящий кризис. На-на-на-на-на-на. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, вот такая вот, видите, такой ассистент. Даже с чувством юмора. И достаточно хорошо отвечает, работает. Единственное, немножко такой голос, как бы, да, ненатурально. Но я думаю, со временем это подправят. Вот. Ну, на этом все, ребят. Вот так работает Google Ассистент. Достаточно удобная штука, интересная. Вот. Рекомендую попробовать. Думаю, вам тоже понравится. Вот. Ну, а для того, чтобы быть в курсе последних новостей, не забываем нажимать колокольчик на моем канале. Всем удачи, всем спасибо, пока-пока.